И запись пошла. Ура! Всем еще раз добрый день, дорогие друзья, уважаемые клиенты, уважаемые партнеры. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы вместе с вами изучить новый сервис онлайн-записи, который появился в нашей экосистеме. Сегодня можно задавать абсолютно любые вопросы по этому сервису. Мы с вами все разберем. И сегодня мы с вами постараемся вместе настроить онлайн-запись как в конкретной какой-то компании. Создадим мастеров, услуги, попробуем записаться и так далее. И обсудим, насколько это удобно, насколько это подходит, ответим на все ваши вопросы. Смотрите, что произошло. UDS – это открытая экосистема. И в этой экосистеме долгое время не было сервиса онлайн-записи. Но к нам пришли партнеры и предложили нам написать этот сервис бесплатно для наших клиентов. Мы, конечно, согласились, потому что довольно часто клиенты нас спрашивали о такой возможности. Довольно часто наши партнеры говорили о том, что, там, возможно, какие-то клиенты не готовы приобрести UDS, потому что онлайн-записи нету. Так вот, наши партнеры разработали этот сервис. Мы вместе с некоторыми из наших лояльных клиентов, вместе с департаментом по продукту UDS, первую версию этого продукта рассмотрели, обкатали на некоторых компаниях, выявили недостатки, передали разработчикам этого сервиса, недостатки были устранены, были добавлены новые возможности, в частности, гибкая настройка расписания. Вот, и, соответственно, в определенный момент мы поняли, что этот сервис достаточного качества достиг минимального, чтобы мы этот сервис разместили в нашей экосистеме. И уже сейчас каждый из вас может этим сервисом абсолютно бесплатно воспользоваться, потому что у нашей компании Global Intellect Service есть миссия. Мы помогаем малому бизнесу, даем доступное решение, которое позволяет там, на современном диджитал уровне представлять клиент-ориентированные услуги. Вот поэтому нашим клиентам всем бесплатно. Пожалуйста, пользуйтесь, радуйтесь. Давайте сейчас я продемонстрирую свой экран, и мы с вами посмотрим, как вообще это все работает. Надеюсь, что все видно. Поставьте плюсик, если видите мой экран. Я сейчас показываю консоль UDS Business, консоль предпринимателя. На лайт-тарифе этот функционал доступен. Вижу ваши плюсики, отлично. Смотрите, на всякий случай покажу довольно очевидную вещь, но я знаю, что многие не знают об этом. У нас в боковом меню UDS бизнеса в самом низу есть кнопочка расширения. И вот в этой кнопочке там очень много всего интересного. Давайте нажмем и посмотрим. Вот каждый из вас может сделать так же у себя. Что у нас открывается по этой кнопке? По этой кнопке открывается UDS Store. Это магазин расширений для экосистемы UDS. Прежде всего, здесь видны наши модули, которые, как мы знаем, у большинства компаний и так включены уже сейчас. Это оценки отзывы, сертификаты, реферальная программа. Обратите внимание, что появился модуль цифровые бонусные карты, но об этом у нас есть отдельный вебинар, можете посмотреть. Все эти решения, они доступны для наших клиентов. В данном разделе все они доступны бесплатно. И сбоку здесь есть много других возможностей. Есть здесь у нас интеграция с кассами. Есть у нас здесь материалы, тейбл-тенты, есть всякие картинки красивые для кафе и ресторанов, для использования в SMM. Есть спецпредложения, выгодные для малого бизнеса, которые мы предоставляем. И есть здесь очень интересный раздел, который называется «Дополнительные модули». Что это такое? Поскольку UDS – это открытая экосистема, абсолютно любая компания может прийти к нам и сказать: «Мы хотим с вами работать, у нас с вами общая целевая аудитория, наш продукт хорошо интегрируется с вами и дополняет UDS». Мы обсуждаем с коллегами, находим какие-то условия, смотрим обязательно, что этот сервис работает качественно и оказывает там достаточный уровень сервиса. И если этот продукт достаточно качественный, мы его размещаем в нашей экосистеме. Вот, например, есть здесь сервис «Где247», который позволяет в городе, если вам нужна доставка, найти самое дешевое такси с возможностью доставки, автоматически там его вызвать, чтобы вы выдали курьеру заказ, и он его отвез в нужное место. Офигенный сервис. Все наши клиенты тоже могут его подключить. Здесь есть подробные инструкции и так далее. Так вот, таких сервисов здесь уже 6 в этом разделе. И сервис, который мы сегодня с вами обсуждаем, называется «Резерв онлайн». Он тоже у нас в UDS Store здесь появился. Разработал его, в общем-то, сам «Резерв онлайн». То есть это не разработка UDS, но для наших клиентов это бесплатно, еще раз. Вот, здесь есть инструкция, что нужно сделать, чтобы подключиться.
Давайте мы с вами перейдем по этой страничке. Видно, что чтобы начать пользоваться, нужно авторизоваться через Google. Я нажимаю «Войти через Google», выбираю учетку. Вот, и открывается у нас консоль для администрирования. Здесь уже у меня вбито название, потому что я немножко готовился к этому вебинару. Наше место, в котором мы будем делать онлайн-запись, настраивать, называется «Красивая точка». Но это название всегда можно менять. Что это название делает? Что страничка делает? Она определяет, как будет выглядеть страничка, на которой пользователь, ваш клиент, точнее, записывается к вам на услугу. Здесь можно поменять название, добавить описание, какой-то номер телефона и адрес. Как происходит вообще настройка, какие шаги? Нужно сначала создать список услуг, которые представляются в компании, нужно создать специалистов, затем нужно создать расписание, когда каждый из специалистов там, принимает на свои услуги. Давайте сейчас пройдем этот путь вместе. Если у вас будут вопросы, то пишите, мы периодически будем останавливаться и отвечать на все вопросы. Вижу, что Ирина Маленкова пишет: давно жду этот функционал, пока только запись в Google таблицу, медцентр, очень актуальна запись к конкретному врачу. Я думаю, что вам подойдет, давайте вместе сейчас попробуем. Итак, мы с вами создаем услугу, я вот в бьюти-сфере как бы не особо частый гость, я вот просто, там, не знаю, забью маникюр, не знаю, там, давайте классический, сколько обычно маникюр занимает по времени, не знаю, но пусть будет там час, например. И давайте забьем цену, тоже вот не знаю, сколько это стоит обычно, пусть будет 600 рублей. И давайте создадим еще одну услугу, какой-нибудь там маникюр, какой-нибудь художественный, не знаю, цена там будет 3000 рублей. И продолжительность, давайте 1,5 часа сделаем. Мы с вами создали две услуги сейчас. И что мы делаем дальше? Мы идем в раздел специалисты и создаем, в общем-то, мастеров, которые будут эти услуги предоставлять. Будет у нас, например, специалист Анна, которая там мастер со стажем 5 лет. И поскольку она такой мастер со стажем 5 лет, она у нас то и другое может делать. Нажимаем на кнопочку «Сохранить». Здесь вот мы принципиально важный момент указываем сейчас все услуги, которые может сделать данный специалист. Если мы какую-то услугу не укажем, соответственно, клиент к этому специалисту записаться не сможет на эту услугу. То есть сейчас давайте создадим еще одного специалиста, пусть это будет Марина. И она, там, давайте у нее сделаем стаж 2 года, но там фанатка своего дела, не знаю, как мы так напишем. Она там до художественного маникюра не доросла, она занимается только классическим маникюром, например. Нажимаем на кнопочку «Сохранить». И смотрите, мы настроили двух мастеров. Один из мастеров делает только одну услугу. Вот, соответственно, если человек хочет там какой-то вот этот художественный маникюр крутой, он не сможет записаться к Марине, он сможет записаться только к Ане. Останавливаемся, отвечаем на вопрос. Этот сервис бесплатен для любого количества сотрудников. Этот сервис бесплатен для любого количества сотрудников. Елена Днепровская пишет 2 часа, 2000 рублей. Ну, давайте пока оставим как есть. Ну, конечно, да, цены надо справить. Мне очень нужен функционал для организации консультации. Да, очень интересно. Мы думаем, что действительно это будет полезно очень разным типам бизнеса, для консалтинга в том числе. Если вот зайти на сайт сервиса «Резерв онлайн», можно вот сделать вот так вот, и мы пойдем на сайт сервиса. То здесь вот разработчики сервиса пишут, кому пригодится этот сервис. Вот смотрите, тут индивидуальным мастерам, автосервису, репетиторам, психологам, коучам, вообще там куча разных сервисов. Мы надеемся, что действительно будет полезно для всех. Этот тариф будет работать для лайт-тарифа. Да, поскольку это отдельный бесплатный продукт, пожалуйста, лайт-тариф, про-тариф, всем добро пожаловать в этот сервис. Что насчет бытовой техники?
Наверное, да, если у вас есть какие-то услуги, на которые надо записываться. Фотоспециалиста можно будет прикреплять или нет, не знаю. На данный момент этой возможности нет в сервисе. Мастера будут видеть, что у них появилась запись? Как? Давайте доберемся чуть позже до этого момента. Мы с вами, получается, создали сейчас услуги и создали специалистов. Что нам нужно сделать теперь, чтобы начать услуги принимать? Нам нужно создать расписание. У нас здесь раздел расписания. Мы видим наших мастеров. Видим, у нас есть Анна, видим, у нас есть Марина. И у нас есть дни, на которые мы можем назначать расписание. Вот, например, сегодня у нас 23-е, на сегодня мы не можем создать уже записи, а вот на 24-е, вот, пожалуйста, да, у нас есть Анна, и она может работать там, например, с 10 до 18:00. Нажимаем «Применить», и у нас создалось расписание. Вот, есть Марина, она, например, в этот день отдыхает, но вот на следующий день мы можем ей выбрать другое рабочее время. Какое-нибудь, например, она работает с 8, интересно, к 8 ходит кто-нибудь на маникюр, с 8 до 12, а потом вот у нее, значит, ей надо куда-нибудь отойти, и вот она там с 15:00 до 21:00 работает. И вот мы выбрали, получается, время, и у нее есть уже прям два окошка, в которые к ней можно записаться. Вот, и мы можем, что мы можем делать? Мы можем размножать эти записи. Вот, например, мы вот делаем вот так вот, выделяем. Человек у нас работает через один. Нажимаем «Продолжить», «Применить». Выделили дни и настроили расписание. Вот таким образом не нужно особо долго вручную добавлять каждый день, можно просто там выделить конкретные дни. Или вот, например, можно просто, вот у нас стажер Марина, она вот, например, хочет вообще каждый день работать, чтобы набраться опыта, но она готова работать только в вечернее время, потому что она там студентка, да, и она пока стажируется. Вот мы выбираем 16:30, с 16:30 до 20:00 и нажимаем «Применить». И вот у нас весь месяц, весь июль Марина будет работать и принимать клиентов. Вот Анна, она выходит по понедельникам, например. Вот. В принципе, как-то так это работает. И на основании вот этого расписания, которое мы создали, у нас уже появляется конкретная шахматка. Давайте вот еще Марину запишем на промежуточные дни вот сюда, чтобы... Давайте с 8 до 6, пусть она тоже работает. Применить. Все, успешно настроено расписание. Давайте зайдем в журнал записей. Что у нас представляет собой журнал записей? Здесь есть дни, сбоку есть календарь, где можно выбрать конкретный день. Можно просто вот так вот перемещаться по дням, неделя по календарю. Что важно, то что каждый день белым выделено время, в которое данный мастер работает. Сереньким выделены дни, в которые мастер не работает. Вот 23 числа все серенькое. 24 видно, что Марина не работает, но работает Анна. И у Анны пока записи нет. Если вот на данном моменте есть какие-то вопросы, то задавайте. Сейчас на те вопросы, которые у нас есть, мы ответим. Можно ли создавать визит? Можно. Сейчас мы это сделаем с вами. Личный кабинет у пользователя будет? На данный момент личного кабинета у пользователя нет, но мы тоже сейчас через это пройдем. Создается как бы страничка записи, и человек может на нее вернуться всегда. Данный сервис для брони столов в ресторанах подходит. Вопрос очень интересный на самом деле. Мы сейчас с департаментом продукта, с партнерами тоже обсуждали, можно ли это как-то адаптировать. Если будет возможность там небольшими изменениями адаптировать данный сервис для брони столов, мы, конечно, там передадим разработчикам и постараемся им объяснить, как это сделать. И мы бы очень хотели, конечно, чтобы у нас и вот этот вот момент с броней столов тоже как-то закрылся. Могут ли мастера в салоне, если вы знаете, как адаптировать эту историю под бронь столов, то обязательно напишите, и будем думать. Могут ли мастера в салоне самостоятельно забивать свой график, или это должен делать один человек?
Смотрите, сейчас только человек под одной Google учеткой может сюда зайти и забивать расписание. Если у нескольких людей есть доступ к одной Google учетке, ради бога, пожалуйста, но данный человек будет иметь доступ к расписанию всех людей, всех мастеров и сможет редактировать расписание всех мастеров. Мы знаем, что в некоторых бизнесах там специально создают Google учетку на компанию, и у всех есть доступ, в принципе, к этой к логину, паролю, и абсолютно все могут зайти и отредактировать все, что им нужно. На лайт тарифе тоже работает. В каждом дне специалисту можно сделать разбивку по часовую. Да, в каждом дне можно сделать специалисту разбивку по часовую. Смотрите, у нас был вопрос, можно ли создавать визит. Да, в первой версии продукта, которую мы получили на тестирование от разработчиков, не было возможности создавать запись самостоятельно, можно было создавать только клиентами. Мы получили тонну обратной связи негативной. Вот, и разработчикам сообщили, что без этого мы не сможем разместить этот сервис, им нельзя пользоваться. И вот сейчас есть два способа создать запись. Первый это когда администратор сам заходит в журнал записей и создает запись. То есть ему написали в WhatsApp, ему позвонили. Он такой: ага, да, как вас зовут, во сколько вы придете, вот такие вот есть окошки. Он самостоятельно выбирает день, там, не знаю, 25-е. У нас сегодня только Марина работает, она работает с 8 до 12, и она работает с 15 до 21. Когда вам удобно, в 16:00, да, давайте запишем. И вот он нажимает на свободное место в календарике, выбирает время, 16:00. Если, например, нужно как-то сдвинуть, можно указать свое время и, например, сделать не 16:00, а 16:20. Выбирается специалист, выбирается услуга в соответствии с списком услуг, которые данный специалист может предоставить. И выбирается и вписывается обязательно имя клиента. Придет Сергей на маникюр, на классический. Так, нажимаем кнопочку «Сохранить». Нажали на кнопку «Сохранить», и в расписании в нашем появилась запись. Появилась запись на 25 июня на 16:20. Услуга «Маникюр классический». Если Сергей позвонил и просит перенести запись, пожалуйста, администратор может всегда зайти и эту запись передвинуть куда-нибудь. У администратора есть номер телефона, у администратора есть понимание, кто, куда, кому, зачем придет. И второй способ, это, конечно же, способ само по себе онлайн-запись. Это способ, когда клиент самостоятельно переходит по какой-то ссылке и записывается к определенному мастеру на определенное время. Давайте попробуем сейчас это сделать. Смотрите, здесь вот в правом верхнем углу есть такая вот кнопочка «Ссылка». Если мы ее скопируем и куда-нибудь там вставим, то у нас открывается окошко, где написано название заведения, название этого бьюти-места, описание и адрес. И здесь человек может выбрать услугу, выбрать специалиста, который будет услугу оказывать, выбрать время. Или он может, наоборот, начать с мастера, или он может начать с времени, когда вот он может прийти и, скорее из этого, выбрать уже специалиста. Мы, например, хотим сделать маникюр. Вот я хочу маникюр там художественный себе. И я вижу, что вот есть один мастер, который может мне помочь в этом. Вот есть Анна со стажем 5 лет. Думаю, класс. И открывается у нас календарик. Так, 23-го ничего нету, а вот 24-го уже есть записи. 25-го, 26-го. Так, 29-го опять нельзя, 30-го можно. И вот пошел июль, и в июле что-то вот тоже, похоже, не принимает этот мастер. Странно. Тогда давайте мы запишемся на завтра, например. Мы записываемся на 12:30, например. Выбираем время. Вот, мы видим, на какую услугу мы записались, к какому специалисту. Видим дату и время и нажимаем на кнопку «Отправить». Здесь я тоже вот вбиваю, что меня зовут Анатолий. У меня есть номер телефона какой-нибудь случайный. Не пытайтесь по нему звонить. Нажимаем на кнопочку «Согласен с правилами сервиса» и нажимаем кнопку «Отправить». Что произошло сейчас? Сейчас создалась онлайн-запись, и у человека есть возможность, которая, в принципе, стала таким логическим ожиданием во всех сервисах онлайн-записи, можно добавить запись в Google календарь.
нажимаем на «Добавить», и вот у человека есть там запись на маникюр. И что очень важно, во-первых, Google календарь у многих людей присылает пуш-уведомления с напоминаниями. Это важный момент, что человеку там за определенное время придет напоминание: ты сегодня записан на маникюр художественный. Второе, что здесь важно, то что в описании данного события есть ссылка на запись. Если человек не помнит, куда он должен прийти, к кому он должен прийти, если человек хочет отменить запись, у него всегда есть ссылочка, вот, которая открывает вот эту страницу, где можно либо отменить запись, либо можно вспомнить вообще, куда ты записался и куда тебе нужно прийти. На карте должно показываться место, но у меня тут несуществующий адрес сейчас. Город Казань, площадь Мамонтова, поэтому на карте не показывается. Что у нас происходит в журнале записи? Давайте посмотрим. Мы записались на какое число? А я вот не помню даже, на какое число мы записались. 25, 26, 27. На 24, на 12.30. Мы записались. Давайте посмотрим. Вот он наш Анатолий, записался на 12.30 на художественный маникюр. Замечательно, можно ему позвонить. Вот, так происходит запись. Что можно сделать с этой, что можно сделать с этой историей вообще? Можно взять эту ссылку, вот эту вот, которая у нас в правом верхнем углу. Можно ее скопировать и можно зайти, например, в UDS Admin. Можно зайти в настройки профиля, и в главную кнопочку мы добавим, например, запись на услугу. Записаться онлайн. Вот. Фактически мы сейчас силами экосистемы EDS настроили расписание, и по главной акцентной кнопке страницы компании у нас появляется кнопочка «Записаться онлайн», которая открывает онлайн-запись. Давайте сейчас ответим на вопросы, которые у нас появились. Примеры школы английского, где адепты могут смотреть расписание и выполнять уроки. Немножко не понял вопрос. Напишите более подробно, что хотели бы услышать в ответ. Оповещение приходит к клиенту о записи за сутки. На данный момент оповещения в сервисе нет в данном. Вот, единственное оповещение, которое есть, это встроенное оповещение Google календаря. Но мы знаем, что некоторые предприниматели, они там делают апсфон самостоятельно или там пишут WhatsApp руками. Вот, когда смотрят накануне расписания, всем как бы написали, позвонили, кому надо. Евгений Жилин, по первому варианту, Сергею приходит уведомление, что он записан? Нет, уведомления не приходят. Еще раз. Леонова Дарина. Это уведомление куда приходит и платно ли это? Уведомления клиента при записи пока не приходят. Что мы получали? Мы получали обратную связь о том, что а сделайте, пожалуйста, чтобы вот уведомления приходили в приложение UDS, потому что если компания работает с клиентской базой как следует, то у всех клиентов установлено мобильное приложение, соответственно, можно как-то данным клиентам пушить о том, что у них будет запись. Действительно, мы с разработчиками данного сервиса обсуждали эту возможность. Такая интеграция теоретически возможна, если мы увидим, что есть запрос, если мы увидим, что этим сервисом действительно пользуется много людей, то мы инвестируем в интеграцию с этим сервисом, и в будущем может быть действительно пуш-уведомление о том, что у тебя там завтра будет запись, не забудь, будут в UDS приходить. Вот также, может быть, разработчики сервиса реализуют там уведомления через WhatsApp там, или SMS за дополнительную плату. Но это, конечно, будет платно уже наверняка, потому что вы знаете, сколько стоят SMS сейчас на рынке. Так, клиент должен что-то скачать. Нет, ничего клиент не должен скачать. Эта ссылка открывается в браузере просто или в UDS. Как бы тоже, если кнопку, вот как сейчас мы разместили, ссылку на онлайн-запись, то просто тоже без дополнительного скачивания ничего, либо откроется ссылка на онлайн-запись. Давайте я, может быть, возьму сейчас и сделаю вот так вот интересно. Я сейчас скопирую ссылку, и вы сможете, например, записаться. Вот так вот сделаю. Опа! Пожалуйста, запишитесь ко мне на маникюр. Можете посмотреть, как это работает. А мы пока пойдем дальше отвечать на вопрос.
Александр Воронов, школа английского, управленческий кабинет, где можно посмотреть расписание адепта и получить какие-либо уроки. Мы здесь похоже, что нужно какое-то специализированное решение. Данный сервис, он все-таки более универсален, и он решает простую задачу. Это найти свободное время мастеров на конкретную услугу и туда записаться. Вот. Я не думаю, что в ближайшее время, ну, вообще, в принципе, разработчики сервиса будут добавлять какие-то специфичные возможности для, например, какого-то онлайн-обучения. Потому что все-таки это сервис для онлайн-записи на услуги. Татьяна Якушева, если клиент отменил запись, то запись просто исчезает. Администратор как-то может увидеть отмененную запись, позвонить одному клиенту и предложить другую дату, время мастера? Вопрос на самом деле очень интересный. Мы с вами сейчас попробуем это сделать вместе. Обратная связь двусторонняя с разработчиками сервиса или только по желаниям можно оставлять? Разработчики сервиса, не знаю, что вы подразумеваете под двусторонней связью, по желаниям можно оставлять. Есть Google форма вот здесь вот. Где это? Вот здесь вот есть обратная связь, по ней открывается форум обратной связи, и разработчики все это как бы смотрят и читают. Мы со своей стороны тоже, если подмечаем какие-то нелогичности, неудобства, тоже до них доводим наше видение, и они там принимают решение сами, как этот сервис будет дальше развивать. Где потом журнал записи находить? Кнопка в меню в админке появится. Смотрите, вот есть сервис Reserve Online, его можно там добавить в закладки к себе. Вот это вот берем ссылочку, там, добавляем в закладки вот эту штуку. И у нас появляется журнал записей, в котором можно с этим расписанием работать. Ух ты, вот это да, смотрите, сколько у меня клиентов. Елена Непровская записалась, Лилия записалась. Как классно. Вот у всех работа появилась сразу. Отлично. Михаил записался на маникюр. Популяризируем маникюр среди мужского населения. Так, что у нас еще, какие вопросы остались? Начало пропустилось. Сергей, подскажите, запись мгновенная. У клиента гриль домики. Сейчас сезонное количество клиентов превышает количество домиков. Клиентам не нужно звонить, подтверждать, успели ли они записаться. Да, запись мгновенная. Давайте мы зайдем, посмотрим. Вот смотрите, у нас, например, есть 24 июня. Мы видим, что здесь уже довольно много записей. И вот визуально можно видеть, что окошко есть 8, окошко есть 10 и окошко есть в 17.00. Соответственно, мы с вами, если попробуем записаться на 24-е, то далеко не факт, что будет свободное время. Давайте выберем дату. Вот 24-е. Так, маникюр художественный, маникюр классический. А что у нас расписание в этот день? Давайте посмотрим. Расписание. Так, 24 июня. 24 июня у нас работает Анна с 8 до 18. 24 работает Анна. Я вот хочу маникюр классический, хочу к Анне. Если не 8.00, то могу вот, смотрите, да, в 8, в 10, в 11 и в 17. Остальные окошки заняты. Давайте зайдем, да, еще раз проверим. Убедимся, что вот у нас журнал записи. И свободные окошки в 8, в 10, в 11, в 12 могли бы записать, но там уже в 12.30 Анатолий записался на маникюр, уже никак не запишешься дальше. И в 17.00. Вот, соответственно, если там в гриль-домик у вас кто-то записался на определенное время, то все, уже больше никто это, на это время не забьет. Еще раз, если к вам, например, кто-то позвонил по телефону, в тот момент, когда вы в расписание забьете руками вот сюда вот, какое-то время, то никто вручную уже через вот этот вот сервис онлайн-записи записаться тоже не сможет на данное время. Елена Дробкова. В Инстаграм можно ссылку ставить в шапку? Можно. Все будет работать. Нет возможности записать несколько услуг и разных мастеров в рамках одного чека. Такой возможности пока нет. Здравствуйте, Сергей. Для служб такси подойдет сервис? Вот сходу не могу ответить на этот вопрос. Пока как будто бы непонятно. Если только таксист работает там почасовую какую-то историю, то, наверное, можно его бронировать на час, например, не знаю, на полтора часа и забивать какое-то время таксиста действительно. Но пока непонятно, как это можно реализовать удобно для всех.
Ирина Шефеева, я записалась, получается, у меня не остается никакого напоминания о записи, если только скрин экрана сделать. Так, смотрите, еще раз давайте попробуем. Вот мы записались, у нас есть возможность добавить Google календарь. Google календарем пользуются прям ну, очень многие. Я лично пользуюсь Google календарем. И, в принципе, мы посмотрели, что на многих сервисах тоже есть такая возможность, она используется в качестве базовой. Если клиент добавляет в Google календарь и у него включены пуши, то клиенту приходят пушки и оповещают его, что у него скоро будет запись на услугу. Вот. Плюс он всегда может там, зайти и посмотреть свое расписание на день. Ага, вот я сегодня иду стричься. И может там же зайти, посмотреть, к кому он идет. У него в Google календаре будет ссылочка, ссылка на запись, по которой откроется вот такая страничка, где он увидит, куда надо приходить, к скольки и к какому специалисту. И там уже может отменить. Так, расскажите, если я хочу продавать бытовой техник в своем регионе, как это все работает, покажите на примере. Николай, мне кажется, что вам лучше использовать другие возможности. У нас есть в UDS модуль интернет-магазина, и вот там вот прям идеально для бытовой техники. Можно создать товары, можно прикрутить онлайн-запись, онлайн-оплату и продавать бытовую технику через интернет. Вот, у нас такие возможности есть, но думаю, что сервис онлайн-записи немножко не для этого. Можно ли править запись, которую внес клиент? Давайте посмотрим. Вот у нас довольно много людей записалось. Например, Елена Непровская, она записалась, и она потом звонит и говорит, а вот я к 14:00 не успеваю, перезапишите, пожалуйста. И мы видим, что нет свободного времени на этот день. Вот похоже, что перезаписать ее можно на данный день, но только при условии, что есть свободные даты в этот день. Вот прямо сейчас вижу, что как будто бы нет возможности перенести на другой день запись. Это, конечно, упущение, и мы разработчикам передадим обязательно, что нужно эту возможность реализовать. Вот. Вообще в идеале вот мы смотрим, что Елена не успевает, мы должны иметь возможность выбрать, наверное, день какой-нибудь там 26 числа, например, вот здесь свободное расписание, и Елену перезаписать на 26. Но вот видите, здесь такой возможности нет сейчас, можно только на тот же день принести. Хороший вопрос, спасибо, выявили проблему и передадим ее разработчикам, чтобы с высоким приоритетом поправили. Так. Если клиент отказался, но позвонил по телефону, админ сможет вручную его удалить? Запись изначально была онлайн. Давайте попробуем. Вот есть Анатолий, Елена. Вот можно, в принципе, взять кого-нибудь и удалить. Вот Анна. К Ане должен был прийти Анатолий. Вот, но Анатолий сказал, что он заболел. И мы его раз и удаляем. Так, произошла ошибка, написано. Давайте посмотрим, запись удалилась ли. Так. Да, смотрите, Анатолия больше нет. То есть, да, в принципе, можно удалять записи, если человек записался и потом больше не хочет. Леонова Дарина. Возьмем окрашивание волос. Длительность ставим стандарты, но мастер понимает, что на этого клиента нужно больше времени. Как отредактировать длительность? Давайте посмотрим. Вот у нас есть запись Анны на маникюр художественный. Что можно сделать? Можно перенести. Длительность указать нельзя. Что можно сделать в данном случае? Если мы понимаем, что вот в случае, например, с Лилией есть необходимость добавить какое-то там дополнительное время, то можно, например, на 17:00 создать новую запись, чтобы туда никто не пришел больше. Вот на 17:00 создаем запись. Это у нас Анна и услуг маникюр классический какой-нибудь. В чем здесь минус? То, что у маникюра классического есть фиксированная длительность по времени. Значит, там, условно говоря, на 20 минут не получится удлинить. Возможно, стоит попросить разработчиков добавить возможность удлинять конкретную услугу. Или в качестве временной меры создать какую-нибудь маленькую услугу, типа там, например, удлинение сеанса, там, которое будет занимать 15 минут. И в таких случаях просто добавлять в расписание пока вот такие вот блоки по 15 минут. То есть, например, здесь у нас будет услуга там дополнительное время.
мы будем, если мы понимаем, что клиент там Лилия не успевает получить услугу за полтора часа, мы, например, вот этими допниками расписание дозабиваем. Так, если в момент записи это время занято другим, возврат на предыдущий пункт у меня не сработал. Пришлось выйти и зайти по ссылке заново. Это у меня не вышло или редактирование своей записи не предусмотрено? Давайте попробуем еще раз. Смотрите, вот есть редактирование. По итогам записи есть вот такая вот страничка, и у клиента есть ссылка. Она добавляется в описание событий в Google календаре, и клиент может на нее вернуться сюда. Он по этой ссылке переходит и видит информацию о своей записи. Так, почему оно, интересно, не перешлось? Так, видимо, я что-то не то скопировал. Давайте зайдем. А, это же Анна, у которой запись отменилась. Точно. Так, давайте запишемся еще раз и проверим вот эту вот историю всю. Так, вот сейчас записались куда-нибудь. Меня, допустим, зовут Антон. Меня зовут Антон. И у меня есть номер телефона 967-456-2314. Нажимаем на кнопочку «Отправить». Ага, это время было только что заблокировано. Представляете, не успел я записаться. Придется выбирать другое время. Так, где же у нас есть время-то? 17:00. Отлично. Так. Антон. Нажимаем на кнопочку «Отправить». Давайте посмотрим. Вот у нас есть ссылочка. Когда мы добавляем события в Google календарь, у нас тоже есть ссылка на запись. И когда мы по ней переходим, у нас открывается вот эта страничка. Что здесь можно сделать? Здесь можно просто отменить запись. Отредактировать нельзя. Можно отменить запись, можно позвонить в компанию и попросить человека, администратора, перенести запись на другое время. Можно ли присваивать теги в записи? На данный момент такой возможности нет. Вот с UDS интеграции тоже по части клиентской базы на данный момент нет. У всех демонстраций экран идет, у меня чистый лист. Я надеюсь, что у всех все работает. Попробуйте действительно обновить страницу. Я надеюсь, что все получится. Двойное время можно сделать, пишет Дания. Скорее всего, это к моменту, к вопросу о том, что там, для длительность услуги может быть там, недостаточно для представления. Кстати, один из клиентов, с которым мы общались, он собирается просто с запасом делать время. Ну, то есть, например, если там маникюр занимает 2 часа, то он будет точно ставить 2,5, с учетом того, что может не хватить времени, еще ему нужно там, прибрать рабочее место после оказания услуги и так далее. То есть, в принципе, это, наверное, может помочь. Возможно, добавлять перерыв на любое время. Смотрите, по перерыву, как я уже показывал, есть возможность добавлять окошки. То есть, если мы заходим в расписание, например, мы понимаем, что вот Марина, она в 16:30 приходит и в 20:00 уходит. Вот у нее есть рабочее время. Мы можем выделить день, например, и настроить, что она будет с 16:30 работать, например, до 18:00, потом она уйдет, и она уже будет потом с 19:30 до 23:00, например. Можно еще один такой интервальчик добавить в конкретный день. И вот видно, что у Марины 3 июля будет перерыв расписания. Если зайти в журнал записи, зайти на 3 июля, видно, что вот да, она работает полтора часа, то есть она там одного кого-нибудь может обслужить, потом она будет отсутствовать, и потом вот опять у нее будет запись. Это настраивается как для нескольких дней сразу, это настраивается так и для какого-то конкретного дня, когда там мастеру надо отпроситься куда-нибудь там, и так далее. Неудобно для клиента снова заполнять форму записи. Что вы имеете в виду? Это имеется в виду для переноса или для чего? Или при повторной записи? Когда записываюсь и время занято, то вылетаешь, и надо снова заполнять все сначала. Наверное, да, но это скорее исключение. Почему у нас с вами такая ситуация сейчас произошла? Потому что мы начали записываться, потом отложили, и когда вернулись, то время уже оказалось занято.
потому что многие из этого чата начали сразу записываться на это время. В целом, если время занято, то человек даже не сможет выбрать время, которое занято. И, соответственно, такая ситуация маловозможна, маловероятна. Возможен вариант отправки пуш клиентами вручную в приложении UDS, чтобы уведомлять их за день до прихода. Смотрите, сейчас в теории, как бы, наверное, это возможно какими-то средствами, типа там отправить человеку баллы. Мы бы не хотели, чтобы UDS использовался в нецелевом порядке. Вот поэтому, конечно, мы рекомендуем звонить, отправлять в WhatsApp человеку. Если у вас есть номер телефона данного клиента, то, наверное, имеет смысл там зайти в телефон администратору, позвонить просто человеку или написать в WhatsApp и не использовать UDS просто так, потому что если человек там, получает пуш-уведомление за счет начисления маленького количества баллов, то через какое-то время он разочаровывается в сервисе, ему это не нравится. UDS люди устанавливают, чтобы получать выгоду, кэшбэк, классные бонусы, поэтому, конечно, мы рекомендуем уведомлять через другие сервисы, типа WhatsApp какого-нибудь, или Viber, или Telegram, или звонка. Если в дальнейшем появится такая возможность, то, конечно, было бы круто, чтобы там, UDS автоматически пуш-уведомления присылал какие-то, но пока такой возможности нет. Про возможность добавить перерыв, хотелось бы вместо услуги выбрать перерыв, самому придумать ему название, например, продление услуги. И таким образом можно будет продлить запись, и всем будет понятно, что это за перерыв. Да, наверное, это было бы удобно. Марина пишет, предоплату или полную сумму вносим во время записи? Предоплаты нет, полной суммы нет. Данный сервис позволяет возможность только выбрать свободное время, когда данный мастер представляет данную услугу, и записаться на это время. А может быть, сами разработчики сервиса записи могут добавить уведомления? Есть аналогичное приложение DKD, откуда приходят пули? Это удобно. Наверное, пуш-уведомление имелось в виду. Наверное, да, но опять-таки, смотрите, есть, если мы говорим про DKD, то клиенту нужно устанавливать мобильное приложение. В данном случае нет мобильного приложения сервиса Резерв Онлайн. Есть приложение UDS, с которым, конечно, разработчики хотят сделать интеграцию. Вот. Но пока изучаем данную возможность, у нас есть масса приоритетных задач, которые касаются программы лояльности и сертификатов, которые касаются увеличения прибыли с повторных покупок. Пока они в приоритете. Если мы поймем, что действительно существенное количество наших клиентов пользуются сервисом Резерв Онлайн, я имею в виду клиентов UDS, то мы сделаем интеграцию. На данный момент не все клиенты далеко пользуются сервисом онлайн-записи. В общем-то, поэтому мы сделали вебинар, чтобы привлечь внимание к тому, что у нас в экосистеме появился сервис онлайн-записи. Так что надеемся, что многие из вас начнут пользоваться этим сервисом и дадут нам обратную связь. Давайте пойдем дальше. Еще вопрос. Есть какие-то комментарии к записи, чтобы отметить, например, что клиент уведомлен? Давайте посмотрим. У нас 24-го было много записей. 24-го нету там никаких комментариев, вроде бы. Вот, и такой возможности нет. Смотрите, что здесь еще есть очень интересного. Лично мне показалось интересным, что есть вот такая кнопочка уведомления. Что позволяет сделать эта кнопка? Она позволяет подключить Telegram-бота для администратора. То есть администратору действительно тяжело сидеть там и смотреть в монитор неотрывно, чтобы там мониторить, появилась новая запись или не появилась. Можно администратору настроить Telegram-бот, который будет ему присылать уведомления о том, что появилась новая запись. Вот здесь бот действительно предлагает подписаться на рассылку. Нажимаем на кнопочку «Подтвердить», и он мне пишет, что подписка произведена. Давайте посмотрим, как это работает. Вот, может быть, давайте или я, или кто-нибудь из вас запишите, пожалуйста, куда-нибудь на свободное время и посмотрим, будет ли бот оповещать о том, что появилась новая запись. Давайте я тоже попробую записаться, пока время позволяет. Так.
Где у нас наша страничка с онлайн-записью? Красиво. И точка. Хочу художественный маникюр. И хочу записаться куда-нибудь. Вот, в пятницу есть свободное время. Класс. Меня зовут Сергей. И я вставляю свои контактные данные, чтобы со мной кто-нибудь связался. Я записался. Давайте посмотрим, как ведет себя Telegram-бот. Вот. Telegram-бот пишет о том, что у клиента была произведена запись в красивой точке. Можно посмотреть дату. Можно посмотреть, куда была проведена запись. Клиент Костюжов к мастеру Анна записался на 11:30. Потом на 12:30 клиент Сергей записался. И потом была отмена записи. Вот, кстати, был вопрос про отмену записи и как администратор сможет узнать о том, что запись была отменена. Вот в Telegram-бота приходит информация о том, что конкретный клиент записался, конкретный клиент отменил запись. Соответственно, мы можем пойти найти вот эту вот самую отмену и связаться с человеком. Давайте посмотрим. Это у нас 24 июня. Что можно сделать? Можно вот здесь вот в фильтре поставить галочку «Отмененные», и мы увидим все записи, которые были отменены. А их на самом деле было очень много. Смотрите, они даже наслаиваются друг на друга. И видно, что клиент ДДД, например, у нас отменил запись. И вот Анатолий. Мы можем нажать, выделить номер телефона Анатолия, позвонить Анатолию и спросить. Мы увидели, что вы отменили запись, а давайте, может, нас запишем вот на какой-нибудь вторник или среду. И, соответственно, так клиента у себя оставить. Так, давайте почитаем вопросы, какие есть. Если сделать бота для клиентов, чтобы им приходило уведомление в Telegram? Вариант, но не знаю, насколько клиенту это захочется делать. Лично про себя скажу, что у меня в Телеграме очень много всего, и я бы не хотел туда еще добавлять ботов каких-нибудь ради одной записи в какой-нибудь там, ну, парикмахерскую. Но будем смотреть по обратной связи, конечно. На самом деле Телеграм вообще такая вещь, куда очень многие даже боятся заходить. У всех там куча чатов и куча сообщений. Да, но опять-таки, если это администратор, и администратор – это рабочий инструмент, который позволяет реагировать оперативно на новые записи, то почему бы и нет? Telegram – хороший инструмент для того, чтобы работать. Номер телефона не будет видно. Номер телефона в этом боте, конкретно номер телефона не видно. Мы тоже удивились, и мы спрашивали у разработчиков, почему его нет. Разработчики ответили, что доступ в вот эту вот административную консоль может быть только у администратора, а доступ к Telegram-боту может быть не только у администратора, но и, например, у каждого сотрудника в целом. И существуют кейсы, а, видимо, была такая обратная связь у каких-то клиентов, когда администраторы, когда собственник точки не хотел бы делиться контактными данными. И, скорее всего, по такой обратной связи был скрыт номер телефона из Telegram-бота. В целом, наверное, это важно просто... Telegram-бот важен просто как там, уведомление о том, что там что-то произошло, надо пойти в расписание и кому-то позвонить. В целом, наверное, есть смысл номер телефона все-таки показывать. Вот. И если вдруг вам там, по вашим процессам это нужно, то оставьте обратную связь с разработчиком через раздел «Обратная связь». И, наверное, если большинство скажет, что номер телефона надо показывать в боте, то разработчики все-таки его добавят. Только через компьютер, смотря о чем речь. Сервис онлайн-записи для клиентов работает из компьютера, из телефона. Мы пробовали пользоваться вот админкой вот этой вот для администратора заведения. Она, конечно, работает пока не очень удобно с телефона, она работает только с компьютера, так, чтобы этим можно было прям удобно пользоваться. Мы передали обратную связь тоже разработчикам, что обязательно в наше там mobile first время нужно добавить мобильную верстку в
административную панель резерв онлайн. Я думаю, что это будет доработано, наверное, в ближайшее время. Но опять-таки вопрос к разработчикам сервиса. Каким образом клиент отменяет запись? Еще раз возвращаемся. Вот у клиента есть такая страничка, на которую он переходит из ссылки по Google календарю. У него есть кнопочка «Отменить запись». Второй вариант – позвонить, что администратор сам отменил. Надо добавить комментарий, чтобы понять мастера, что клиент оповещен и дал обратную связь. Да, наверное, это имеет смысл сделать. Пишите разработчикам сервиса, мы тоже со своей стороны сообщим. Айрат пишет, просто Telegram-бот добавить в закладки – это работа администратора. Да. Друзья, мы с вами как будто бы все по этому сервису посмотрели. Что здесь еще можно сделать? Здесь вот можно смотреть расписание по конкретному человеку, по конкретной услуге. Вот. Но насколько нам сообщили при тестировании, когда у нас с лояльными клиентами тестируют сервис, важно было сделать шахматку, чтобы на одном экране было видно сразу несколько мастеров. Потому что некоторые мастера используют там одно рабочее место, например. Вот. Поэтому сделано именно так. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы сейчас по этому сервису, то, пожалуйста, напишите. Мы сейчас все с вами разберем. Если что-то все-таки останется непонятным, мы вопросы передадим разработчикам. Еще раз проговорю. Смотрите, у нас есть раздел расширения в UDS Business. У нас есть UDS Store. И там содержатся дополнительные модули, в числе которых есть модуль «Резерв онлайн». Можно зайти сюда, настроить его и использовать. Это бесплатно для всех наших клиентов. Эта возможность есть как для тарифа Pro, так и для тарифа Lite. Данный сервис поддерживается, разрабатывается не командой UDS, это отдельные разработчики, но мы обратную связь, в принципе, им все передаем и следим за тем, чтобы этот сервис соответствовал ожиданиям наших клиентов. Мы обязательно будем вот этот вот список модулей расширять. Мы общаемся с другими разработчиками, ждем, что здесь появятся новые разные сервисы. Если вы вдруг в UDS Store не заходили давно, обязательно зайдите и посмотрите. Здесь много что есть интересного. Здесь постоянно появляются новые интеграции с кассами. В разделе материалы вот недавно появился раздел кафе-ресторана, в котором содержится там 100 макетов с красивыми фотками еды, чтобы там наши заведения могли размещать это в своих соцсетях для каких-то постов. В общем, очень много новых возможностей появляется, и мы просим всех следить за нашими обновлениями. Подписывайтесь обязательно на наши соцсети, в Instagram, в Telegram, везде-везде. Мы будем вас оповещать о том, что у нас появляются новые возможности. Так, появились новые вопросы. Можно ли выгрузить клиентскую базу, если она есть в Excel? Куда ее выгрузить? Вот главный вопрос. Здесь, в данном сервисе Резерв Онлайн, в принципе, нету как таковой клиентской базы. Есть просто журнал записей, специалисты и услуги. И расписание. Вот. Здесь нету места для клиентской базы. Если вопрос про UDS, то да, в UDS вы можете экспортировать клиентскую базу. Если вы новый клиент, у вас есть свои наработки, то через техническую поддержку мы можем ваших клиентов в UDS импортировать. По стоимости сервис для всех клиентов UDS всегда будет бесплатный. Просто информация написана, что для первых 500 клиентов бесплатно. Вот, по данной информации для первых 500 клиентов бесплатно, но вообще мы изначально с разработчиками сервиса договаривались, что для клиентов UDS будет бесплатно всегда. Так что я думаю, что можем не париться. Первые 500 клиентов, я думаю, что имелось в виду даже внешние клиенты, которые пока не пользуются UDS, сейчас могут зарегистрироваться. Вот мы это воспринимаем как такой tripwire бесплатный продукт, с которого люди потом могут прийти в UDS. Вот. Возможно, разработчики сервиса потом закроют регистрации снаружи и оставят сервис только для UDS. Вот. Но я думаю, что клиентам UDS можно быть спокойным. Они будут иметь доступ к этому сервису. Да не я ссылку создал, отправил набраться, до сих пор не активировалась кнопка. Очень странно. Позвоните, пожалуйста, на техническую поддержку, на наш номер 8800, он в UDS бизнесе показывается по знакам вопроса, вам должны помочь там. Будет ли запись встречи? Запись встречи будет, мы на YouTube выложим обязательно, чтобы все могли посмотреть. Очень будем благодарны за подключение в Чехии, нам очень нужно
Да, мы услышали, что русский язык окей, нужно добавить просто код, страны правильной. Мы передадим разработчикам, я надеюсь, что они это сделают в ближайшее время. В целом, друзья, если вопросов нет, то я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю встречу. Я благодарен всем, кто сегодня пришел сюда, чтобы вместе с нами посмотреть новый сервис в нашей системе. Я надеюсь, что найдутся клиенты, которые действительно смогут найти себе выгоду в использовании этого функционала. Я надеюсь, что очень многие клиенты будут его использовать, и, соответственно, у разработчиков, которые данный сервис разработали, будет мотивация его разрабатывать дальше. Очень рады будем, если вы оставите обратную связь разработчикам. Они поймут, как этот сервис должен дальше развиваться. Вот. И напоследок хочется очень всех пригласить на день рождения компании 7 августа в Москве в зале Vegas в Крокус Сити Холл. У нас пройдет очень большое мероприятие. День рождения компании Global Intellect Service. Мы будем рассказывать о новостях компании, будем презентовать новые продукты даже. И что важно, наверное, для тех, кто сегодня здесь собрался, мы будем рассказывать очень много о нашем видении развития продукта. Мы расскажем о новом функционале, мы расскажем о том, куда UDS двигается и какие новые возможности, какие новые инструменты появятся в ближайшее время. Контент просто бомбический. Кроме этого, будет классная вечеринка в клубе Джипси, поэтому всех из нашего сообщества приглашаем на день рождения компании. Пожалуйста, приходите. Много нового, классного, интересного будет. Все, спасибо большое всем. Кажется, на все вопросы ответили. Всем желаю классного, продуктивного рабочего дня. Всем пока. Спасибо.